Всем привет, с вами канал Автоток, и в данном обзоре у нас штатная магнитола для автомобиля Toyota Land Cruiser 105 кузе. Выполнена в пластиковом корпусе магнитолка, повторяющая форму головного устройства, так что встанет на место без щелей и зазоров. И этому способствуют еще и крепления, такие же, как на штатном ГУ, чтобы с установкой не возникло проблем. То же касается и подключения, там специальные фишки, облегчающие, собственно, подключение без вмешательства в проводку. Магнитола имеет DTEO дисплей, съемка с тачскрином. Вот. Также имеются дополнительные сенсорные кнопочки слева с подсветкой. Качество картинки отличное, разрешение 1024 на 600 пикселей. Ну, хорошая цветопередача. И в целом изображение довольно яркое и насыщенное. Что касается характеристик, это у нас модель Т8. Значит, что здесь в первую очередь стоит, конечно, мощный 8-ядерный процессор с отличной частотой, 2 гигабайта оперативной памяти и 32 гигабайта встроенной, что позволяет закачать очень много информации, ну, довольно-таки много для магнитолы. И все это на платформе Android версии 8.1. Ну и кратко пройдемся по основным функциям магнитолы. Радио, встроенный радиотюнер, хороший стоит усилитель здесь, TDA серии. Прекрасный прием сигнала, воспроизведение звука тоже на штатных колонках, даже довольно неплохое по сравнению со штатной магнитолой. Интерфейс у радио простой и понятен настройки. Есть эквалайзер 12-полосный, подойдет для тонкой настройки в целом. Вот. И баланс звука в машине также можно настраивать. Так, навигация присутствует. Возможно, установка навигационных систем различных под Android. Такие основные, как Google, Яндекс.Карты, DoubleGIS и Navitel. И есть множество других, какие вам больше по душе. Все это здесь будет работать. Bluetooth, синхронизация с гарнитурой hands-free, смартфонами различными. В общем, все основные функции Bluetooth, как и на всех Android-устройствах, здесь есть. То есть это передача изображения, файлов, трансляция изображения, набор с магнитолы, номера, принятие звонков и прочего. Аудио-видеоплеер, поддержка большинства форматов медиафайлов. Интерфейсы также простые и понятные. Можно выбирать откуда читать информацию, либо с внутренней памяти, либо с USB флешек и жестких дисков до 2 терабайт. Тоже касается и видеоплеера. Для демонстрации даже видео включу вам. Вот, как можно видеть, довольно хорошая картинка. Сейчас чуть-чуть. Разрешение видео даже в формате Full HD здесь не будет ужиматься и воспроизводиться довольно в качественном виде. Вот. Возможность установки камер. Провода RSA в комплекте идут. Даже не провода, а разъемы на задней панели. Сейчас, к сожалению, ничего не установлено. Но есть поддержка таких камер заднего вида. Универсальные, штатные. Тоже касается кругового обзора, переднего вида и прочих других. То есть у нас на сайте большой выбор таких камер, можете что-нибудь посмотреть. И в целом для внедорожники очень полезная вещь. Очень много мертвых зон, при парковке помогает и в целом при езде. Особенно по бездорожью в каком-то смысле. Так, настройки кнопок руля тоже имеются. Здесь, в принципе, разобраться несложно будет. Вот. Ну и стандартный набор приложений — это Play Market, Google поисковик, Chrome браузер, чтобы в интернете сидеть. Для доступа в интернет есть возможность меню настроек подключиться к сети Wi-Fi. Если есть рядом, подключаемся. Если нет, можете раздать с телефона. Ну и на крайняк, у магнитолы имеется поддержка USB модемов. Вставляем USB в специальное устройство, и у вас есть интернет. Превращаем магнитолу практически в планшет. Вот такая вот хорошая качественная магнитолка. Мощная, производительная. Гарантия 12 месяцев. Отправка по всей России транспортными компаниями либо почтой. Есть оплата наложенным платежом, то есть только при получении. И также есть отправка в страны СНГ. Менеджеры всегда на связи, поэтому если возникают вопросы по установке или по эксплуатации, всегда можете позвонить и уточнить. Что касается комплектации, то идет у нас головное устройство. Вот, распиновка есть. На задней панельке разъем RSA. Фишки подключения. Два USB кабеля. GPS-модуль с Wi-Fi антенкой усилителем. И бонусом есть даже выносной микрофон с удлинителем. Ссылка на магнитолу будет под видео. Если есть вопросы, задавайте в комментариях. Спасибо за просмотр.